Нехватку коек для бездомных, которые поступили в еврейскую больницу с обморожениями, объяснили их резким наплывом. Так как профильное отделение 11-й больницы было закрыто на дезинфекцию, весь поток таких пациентов был направлен в еврейскую больницу. Получилось, что там скопилось, скажем, большое количество больных. Часть больных уже были переведены на неделе с 14 по 20 были переведены в 11-ю больницу. И вчера еще часть больных были переведены. В сегодняшний день там уже на 40 коеках 39 больных. Мы посмотрим, как будет идти выписка пациентов. И тогда уже будем решать дальнейшую ориентацию больных в эти отделения. Чтобы отделение гнойной хирургии вернулось в привычный режим работы, там отменили госпитализацию на 2 дня. А скандальный отказ мыть бездомных объяснили нюансами приема различных категорий пациентов. Пациенты, которые поступают на лечение в ГКБ номер 1, именно для лечения, проходят санобработку, моются, и от этой работы наши санитарки и младшие медсестры не отказываются. Они моются, обрабатываются и поступают в отделение, в соответствующее отделение по профилю для лечения. Отказы получали лишь те, кто не нуждался в лечении. В департаменте уточнили, что профиль больницы – лечить, а не мыть. В данный момент пациенты с обморожениями поступают в 11-ю больницу, отделение которой уже готово к приему пациентов и насчитывает 60 коек.